Правление пенсионного фонда в Кашлапском районе по республике Адыгея напоминает жителям района, являющимся владельцем государственным сертификатом, о том, что на сегодняшний день существует 4 направления использования средств материнского капитала. Это улучшение жилищных условий, образование детей и формирование будущей пенсии мамы и социальная адаптация, интеграция в обществе детей-инвалидов. Последнее направление явилось одним из ключевых нововведений прошлого года в области распоряжения средств материнского капитала. В республике Адыгея насчитывается 160 семей, имеющие право на дополнительные меры господдержки, имеющие дети-инвалиды. С 2016 года средства материнского капитала можно направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы. Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат. Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата представляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации. Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации или абилитации рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы ребенку. Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Когда приобретен товар, семья должна обратиться в Управление социальной защиты, орган, уполномоченный на социальное обслуживание, СОБЕС, для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения должностного лица органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для предоставления в Пенсионный фонд России. После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган пенсионного фонда, в том числе через МФЦ, за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия положительного решения, необходимая сумма и средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее, чем через 2 месяца со дня принятия заявления. Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации». Также напоминаем всем молодым семьям района, что программа «Материнский капитал» продлена на 2 года. Для получения права на материнский семейный капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на материнский семейный капитал, был рожден или усыновлен 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение средств материнского семейного капитала временем не ограничено.